Так, все тихо, сейчас урок будет. Да-да, тихо, уже учительница идет. Все тихо. Да-да, точно идет. О, привет, ребята. Привет, привет. Привет, Маро. А мы думали, это учительница. Ну какая с меня учительница, ребят? Маргарита, давай быстрее садись, а то точно сейчас учительница придет. Окей, окей, сажусь. Я ручку с математики забыла. Что это? Кто это сделал? Что сделал? Да, Маргарита, что случилось? Вот, это кто-то из вас постарался. О, Маргарита, прикольно нарисована. Покажи мне, Марго. Смотри. Ну и мне уже покажите. Кто из вас? Класс! Вообще-то это не смешно, меня за Бабаевна убьет. Ну, Маргарита, у меня ж нету даже ручки такой красной. Кто это мог сделать? Ребята, это вообще не смешно. Сейчас я буду проводить расследование. Извините, ребята, мне надо уходить. Ничего себе, Маргарита серьезная. Да-да, еще расследование какое-то придумала. Маргарита, какое еще расследование? Я сейчас буду проверять ваши ручки. Быстро ручки на парты. Маргарита, ты точно не я. Хочешь, проверь мой пенал? Обязательно проверю. Ложи на парту. Маргарита, ты знаешь, я на такое не способен. Я уже никому не верю. Доставай свою ручку. Хорошо, вот. Маргарита, начни из меня. Это точно не я. Хорошо, начнем с тебя. Доставай свои ручки. Молодец, что не врала. Молодец, Сашенька. Маргарита, как ты могла на нас подумать? Да-да, мы же твои самые лучшие друзья. Ладно, ладно, сейчас буду Арсена проверять. Пока вам везет, пока я не узнала, кто это. Ну, я же говорил, что это не я, Маргаритка. Осталось только Ева. Давай ручку. Ручка? Вот ручка, а вот пенал. Давай. Вот видишь, Маргарита, мы это не делали. Ага-ага. Я найду, кто-то сделал. Маргарита, может, это Левчик? Он так быстро ушел. Да, как-то странно, он обычно так не уходит. Ладно, завтра он придет, и я с ним разберусь. Если это он, то я ему отомщу. Ладно, а где Виола? Уже скоро урок начинается, а ее до сих пор нету. Пойду найду ее. Виола, ты где ходишь? Уже урок начинается, а тебя все нету. Маргарит, представляешь, кто-то украл мою тетрадку. Какую еще тетрадку, Виола? У нас был конкурс рисунков, но я свою тетрадь не могу найти. Какой конкурс? Какую тетрадь? У нас только что был урок математики. Ну да, математика. Только у нас, Ева, был конкурс. Мы рисовали чудика в тетради. А ну, постой, покажи свои ручки. А смотри, а что с ними? Дай красную, пожалуйста. Держи.
Сейчас мы кое-что проверим. О, так это моя тетрадь. Так это ты нарисовала Виолетта? Ну да, это ведь моя тетрадь. В смысле твоя? Ты читать умеешь? Смотри, Соболь, Маргарита. Упс, а у меня такая же тетрадь. Ну конечно такая же, мы же сестры. Я сегодня из-за тебя такое расследование проводила, весь класс подозревала. Ну прости, Маргарита, я правда думала, что это моя тетрадь. Прощаю, Вел, но в следующий раз будь внимательнее. Спасибо, Маргарита. Побежали на урок. Привет, друзья. Привет. Ребят, простите, что я на вас подумала. Я узнала, кто это сделал. И кто же это могло? Это оказалось Виола. Простите меня, ребята. Ладно, мы все друзья. Обнимашки? Да! А вы, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пойте с нами песенку! Подпишись, ту-ру-ру-ру-ру, подпишись, ту-ру-ру-ру-ру, подпишись, ту-ру-ру-ру-ру, лайк поставь! Лайк поставь, ту-ру-ру-ру-ру, лайк поставь, ту-ру-ру-ру-ру, лайк поставь! Окей, окей, сажусь. Хорошо, смотри. Вот. Вообще-то это не смешно, меня за Бабаевна убьет. Круто. Да-да, и еще и расследование какое-то приехало. Три. Ага. Может, нарисовали? За нами, раз, два, три. Девочки, странно, конечно, что интересно за нами. Ну что, Маргарит, узнала, кто тебе вчера в тетради... порисовал красной ручкой? Если ты узнала, то я ему того. Ребят, простите, что... Ребят, простите, что я на... Ладно, мы же все друзья. Ладно, мы же все друзья. Ладно, мы же все друзья. Так, все, не стучи. Раз, два... Три. Ладно, мы все... Ну да, математика. Но мы устроили с Евой конкурс. Нарисовать... Блин. Ну да, математика. Но у нас был... Ну да, у нас... Ну да. Я сегодня весь класс расследовала. Весь класс подозревала. Три. Ну прости, Маргаритка. Ну прости, Маргаритка.